Тверской области чествовали супружеские пары, за плечами которых 25 и более лет совместной жизни. Торжество, приуроченное ко дню семьи, любви и верности, прошло в четверг в Вышнем Волочке. 19 семей из разных районов Верхневолжья были награждены медалями за любовь и верность. Всего же в этом году этой награды удостоены 7 из супругов нашего региона. Эмилия и Андрей Барыгины вместе уже 30 лет, из которых больше 25 в законном браке. Познакомились случайно, однако практически сразу поняли, что эта встреча станет для обоих судьбоносной. Так и получилось. Сейчас Барыгины счастливые родители двоих дочек. На вопрос, в чем заключается секрет их семейного счастья, отвечают просто. Любовь, наверное. Нет, ну самое главное, наверное, не потерять уважение друг к другу. Самое главное – это уважение, это терпение, терпимость. Да, ну, как бы, принимать человека таким, как он есть. Момент не обращать в жизни, конечно. Потому что по-всякому бывает в жизни. За свой нелегкий труд по созданию и сохранению семьи Барыгины были удостоены медали за любовь и верность. Она вручается супругам, которые прожили в браке 25 и более лет. Награда была учреждена Организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации в 2008 году. Праздник отмечается 8 июля, а вручение медалей в Тверской области с недавних пор ежегодно проходит в разных муниципалитетах. В этот раз торжество было организовано в Вышнем Волочке. Важно не только для пар супружеских, тех, которые награждаются в этот день, но и для нас, потому что у нас очень много дружных, хороших семей, которые воспитывают детей, которые понимают, насколько важен этот праздник. И, естественно, это пример для молодежи, которые только вступили в брак, которые собираются это сделать. Они видят, как это красиво, как это хорошо. В общей сложности медали за любовь и верность в этом году будут удостоены 70 семей Тверской области. Многие из них воспитывают троих и более детей, некоторые состоят в браке 30, 40, а то и 50 лет. Традиционные ценности россиян, традиционные ценности жителей Тверского региона, нас, вышневолочан. И этот праздник сегодняшний доказывает, что важнее семьи, важнее детей, важнее взаимоотношений домашних и семейных для нас ничего нет. Эти для нас постулаты и правила трактуют и федеральные власти, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И, естественно, мы категорически согласны с тем, что сейчас происходит на Вышневолоцкой земле. Праздник на главной площади Вышнего Волочка завершился запуском в небо десятка воздушных шаров, после чего супружеские пары посетили фотозону и отправились на экскурсию по городу.